Новый год! Веселая звонкая песня, мы праздник наш начнем. Дружно встретим Новый год! Новый год!
Новый год нам идет, за собой гостей ведет. Каждый гость точно срок к нам приходит на порог. А в своей душе повеселюсь, попрошу сегодня я. Скоро-скоро засверкает ёлка новогодняя. Засияет, засверкает, а конгами яркими Дед Мороз придет на ёлку с разными подарками. С этой белой бородой он дорогу к нам покажет со своей внучкой. А у Дедушки Мороза вот такая борода. С этой белой бородой он пожалует. А у Дедушки Мороза, как морковка, красный нос. И кача. Говорят, что привезет он нам подарки целый воз. Становитесь с нами в круг. Добрый вечер, друзья. Ой, сюда ли я попала? Здесь ли праздник у ребят? Ну, конечно, вот и ёлка. Снегурочкой зовут ребята, потому что внучкой довожу Морозу самому. По городам и селам все ёлочки разнёс мой дедушка весёлый, сам Дедушка Мороз. Меня все свои промчался на оленях через горы и болота, пролетел на самолете. Но теперь в конце пути не решаюсь к вам войти. Мне в моей метельной шубе будет жарко в вашем клубе. Дедушка Мороз, видите, какой песок настоящий. Ребята, надо выручать Дедушку Мороза. Раз мы не сумеем устроить метель и вьюгу, сделаем да еще получше настоящее. Эта сторона будет метель, а эта сторона будет вьюга. Метель делает ху-ху, вьюга делает. Ну-ка, метель и вьюги, метель. Дед Мороз, я настоящий, из Бристоли, чищащий.
Лучше. Пусть всем радость принесет славный добрый Новый год. Елка весело искрится, и всем веселится. Дедушка, а ты не споешь с нами? Снегурочка, с тобой мы споем и становим. Кто на праздник новогодний Светлый Глаз пришел сегодня к нашей елке золотой? Ты да я нам и с тобой! Кто из вас приходит в класс с опозданием на час? Это кто-нибудь другой! Кто из вас, скажите, кто из вас хранит порядки, книжки, ручки и тетрадки? Это я нам и с тобой! Ну а кто совсем не стратит, вдруг летит на самокате на машине грузовой? Это кто-нибудь другой! Кто из вас, скажите вслух, на уроке ловит мух? Это кто-нибудь другой! Ну а кто из вас, знаете, кто там делает зарядку, обливается водой? Ты, я там и с тобой! Кто из вас, какой хороший, загорать ходил в калошах? Это кто-нибудь другой! Кто домашний свой урок выполняет точно в срок? Это я там и с тобой! А кто из вас, ребятки, бьют по птицам из рогатки? Это кто-нибудь другой! Кто хочу у вас узнать, любит петь и танцевать? Это я! Это я! Это все мои друзья! Хорошо, ребята. Мы дружно постарались. Снегурочка, какие в этом классе хорошие ребята? Да, Дедушка Мороз, ребята и правда хорошие, очень добрые и дружные. Ну, если так, тогда мы поиграем веселый поезд. Потом, Сядь, отдохни. Минуточку внимания. Есть у нас игра для вас. Мы прочтем стихи сейчас. Мы начнем, а вы кончайте. Хором дружно отвечайте. Всех сегодня поздравляю, я тебе души желаю, чтобы мы сели. На дворе снежок идет теперь. На дворе снежок идет, скоро праздник Новый год! Светлые славы шелестят, пусть яркие блестят! И качают свои игрушки, флаги, звездочки, хлопушки! И верхушку украшает там сидят.
сияет, как всегда, очень яркая, большая, пятикрылая звезда. С неба падаю зимою и кружатся на земляю. Легкие пушинки, перья синие. Лед на полях, лед на реках, в юге гуляют, когда это бывает зимой. Это снежок. Это не сахар. Нет, много идет. Что это? Снег. Снег, снег, снег. Как на горке снег, снег. И под горкой снег, снег. И на елке снег, снег. И под елкой снег, снег. А под снегом спит, спит ведь. Тише, не шуметь. Крылый был, румяный был, покатился колобок!
Марина, я окамочек кухонный, настолько любит морковка. Ласточку ты, мамочка, от смерти спасла, а ласточка ты, мамочка, счастье песня. Thank you.
Yeah.
Самого смелого, самого хорошего. Мальчика и девочку выберите, кто будет играть у нас. Так, на свои места, шаг назад. Пожалуйста, Дедушка Мороз, выберите у меня. Кто у нас в мешках бегать будет? Посмотри, Дедушка Мороз, кто у нас хороший? Все хорошие, ну ты сам выбери. Так, выходи, кого выбрал Дедушка Мороз, Малфаз, а еще кого? Еще сейчас девочку можешь выбрать. Выбрал? Да. Выбрал. Так, что должны сделать Дедушка Мороз? Так, а вы шаг назад, не стоим дальше, чтобы они не упали. Ни на одной линии нельзя. Подождите. Только не толкаться. Один стой, пустой. Так, Елена отсюда бежит, только не врежьтесь. Ты сюда должна прибежать. А Малфас туда и тоже туда должен прибежать. Так, Нина Георгиевна, музыку нам, пожалуйста. Пошли. Молодцы, ребята! Так, еще кто-то хочет, ребята? Я! Дедушка Мороз, вы сам встаньте на места! На места встали! Ну, быстрее, Дедушка Мороз, выбирай какую-нибудь! Так, дюймовочка идет у нас! И зайчик! И зайчик! Зайчик! Внимательно, как музыка остается.
хорошо. Стали ребята, приготовились. Да, готовы? Осталось 4 стульчика. Давай, пожалуйста. Пожалуйста, приготовились, ребята. Иди ко мне. Музыка играет, ребята, шаг назад всем. Еще одного не хватает. Одного не хватает. У нас получилось, что стулья было поровну. Дима, иди, иди. Кто у нас? Дима, Кристина. А ты, мальчик, еще стулья. Сначала начинай. Давайте еще один стул поставим. Я столько желаю. Белочка опоздала. Так, пошли дальше. Вас туда оставили.
Не слышно. Ася, бегай.
Ласточка, и вы летали. Пожалуйста, приготовились. Конец карнавалу, снимайте маски. Так, поем песенку про Новый год, а Дедушка Мороз раздаст подарки. Где его мешок? Какой Новый год? Это грустный хоровод. Yeah.
Знаете. Посуду сами вымоем и дома приберем. Маме поздравление, весело споем. Хотим, чтоб мама в отпуск ходила только летом, чтоб стала кем-то там районного совета. Вот вот наша мама тещика и сядет в Москва, и чтоб все любила, она прекрасная. Мы поздравляем отпитал нас пол на твоем сами. Мама себе своим человек, мы с ним спаем станцуем, мы красками ее портрет, подарок получим. Хотим, чтобы улыбаться. Хотим, чтобы улыбаться, и сейчас и в каждом теле. Чтоб папа помогал ей, а дети помнели. А мы уж постараемся ее не огорчать, и будем лишь четверки и пятерки получать. Пусть услышат наши мамы, как мы песенки поем. Пацаны наши мамы, поздравляем детским днем. Если